сожалению, до недавних пор фундаментальная наука оказывалась в положении догоняющего, то есть серьезное научное именно открытие в области нейробиологии аутизма, в области моделей, попытки осмысления механизмов аутизма. Это только 80-е, 90-е годы, в то время как в рамках occupational therapy, эрготерапии, действенные коррекционные подходы с использованием методики сенсорной интеграции разрабатывались уже в 60-е, 70-е годы. Но сейчас, я надеюсь, как раз настала пора для интеграции усилий нейробиологов и специалистов-практиков. И мой доклад как раз будет посвящен тому, как, используя наше понимание о сенсорных особенностях аутистов, разрабатывать для них образовательные материалы. Как делать так, чтобы материалы для них были понятными, не вызывали сенсорной перегрузки, хорошо воспринимались. На мой взгляд, надо использовать принципы универсального дизайна, и тогда учебники, которые мы будем разрабатывать для обычных детей, будут легче восприниматься и аутистами, и наоборот. И инклюзивное образование – это совершенно замечательная вещь, которая помогает детям и более взрослым людям с аутизмом полноценно интегрироваться в окружающую среду, в общество. Естественно, само по себе инклюзивное образование – эта концепция сопряжена со сложностями, потому что не всегда это встречает принятие, понимание со стороны обычных педагогов. Но, опять же, опыт мировых систем образовательных показывает, что инклюзивное образование дает лучшие результаты, и поэтому понятно, что нам надо стремиться к этому.